на Луну в телескоп смотрели. Прикольно, не видно на самом деле. В Луне там дырки какие-то сплошные, в общем. Такое, как будто все изрытое вообще такими. В крапинку, короче, она вся. Такая она бледная, а на ней такие черные точки хаотично разбросаны. Вот, и такое ощущение, что смотришь в микроскоп на самом деле, на какую-то хрень. Не в телескоп, а в микроскоп именно. Вот, и безжизненные такие пространства. Пропорцию себя по отношению к всему остальному понять невозможно, она бесконечно мала. Нас просто нет. Если посмотреть на Вселенную со стороны, нас нет в ней. Поэтому не стоит думать, что человек велик, что человечество, оно божественное творение. Человечество — это песчинка. Просто в космосе. Когда оно исчезнет, никто даже о нем не вспомнит. Просто никогда не вспомнит. А мы тут что-то творим, что-то пытаемся делать, там, девушек друг у друга отбиваем, живем повседневной жизнью, всякую фигню порим мы. Снимаем кино, хотим возвыситься, выебнуться друг перед другом. Там один хочет там добиться, там добиваемся чего-то. Но это все, как бы, видишь, масштаб мизерный, видишь, на самом деле, в котором мы работаем. Настолько мизерный, что ехать дальше некуда просто. Действительно, взять, бросить все, нафиг пойти бизнесом заниматься. Начать грабить людей, например. Прикольно же. Отбирать у слабого то, что он несет за мою зарплату, скажем так, не подходит, говоришь, иди сюда. Достаешь пушку и говоришь, давай деньги. И все. Мало того, еще когда у тебя есть при себе как бы ствол, ты совсем по-другому себя мыслишь, как бы, вообще в обществе. Если у тебя есть ствол, ты ведешь себя иначе. Ты становишься более наглый, более развязанный, более такой, знаете, самоуверенный, что вызывает, как бы, может быть, в людях каких-то ответную наглость. Это все приводит к конфликтам. Конечно, ты этот ствол используешь, и все. Но я хочу купить, на самом деле, пушку дома. Ну, не то, что так чисто, пусть себе лежит. Хотя я уже давно, как бы, хочу купить, но не покупаю именно потому, что я обязательно ее пущу в ход рано или поздно. Вот что. Вот этого я боюсь больше всего. Если у меня будет пушка, я ее обязательно пущу в ход. Нет. Нахуй она тогда нужна, если из нее не стрелять правильно. И тогда пиздец, что, не знаю, сяду, наверное. Будут проблемы, поэтому я не покупаю себе оружие. Попутный хуй тебе в затылок, еще говорят такую фразу. Ну, что ты на нее ответишь? На нее уже надо в торец бить это все. Это последнее. Как бы у меня жена, ребенок, папа, мама, еще и девушка, с которой я живу. Вот так. Много людей, которым я нужен. Но деньги надо любить. Призываю к этому всех. Деньги ненавидят. А ненавидят они деньги за то, что их у них просто нету. Вот и все. Становятся панками, хипарями там какими-то сраными. А в душе хотят разбогатеть. Все хотят разбогатеть. Я же тоже как бы не всю жизнь как бы был с деньгами. У меня были провальные как бы годы, когда у меня вообще денег не было. Надо из возможностей сходить. Сегодня такой уровень, завтра такой. Послезавтра получишь инвалидность, не дай бог. Вообще будешь без денег сидеть на шее у мамы с папой. И что дальше? Одно время у меня было много денег, когда я с братом в фирме работал. Еще по тем временам в Мурманске. А потом бац, поехал в Питер учиться, и нету денег.
25 рублей стипендия. Макароны в общаге жрал. И то еще ладно. Макароны. Хлеб просто с маслом и чай. Вот завтрак. Ну, меня, да, меня скорее интересует количество. Я от сахи все-таки. Французские рестораны за то, что они там приготовят тебе там пупки черепахи там в соусе из мозгов там, обезьяны. Все это на такой огромной тарелке, вот такой вот децл, и заплатишь еще за это кучу денег. Спрашивается, зачем? Скажем, вот в немецких ресторанах пища простая, крестьянская, но зато пожрал картошки там с какими-нибудь шницелем, и все. И нафиг эти пидорские вообще извращения в кулинарии, нафиг они нужны. Японской пищи, я извиняюсь, не при дамах будет сказано, на горшке сижу очень долго. Они, видите ли, сырое любят. Ну, так, я просто в Японии был несколько раз, там меня водили в какие-то... меня повели в супер какой-то японский ресторан, короче. Лучше в Токио. Ну, они там жрут там, что-нибудь там, перемолотый кальмар там, целый, сырой вместе с потрохами, со всей хуйней. Такой вот плошечки тебе дают, и ты его съедаешь. Потом приносят следующую плошечку. И всего по десалу, ну, 10 плошечек тебе принесут, и все равно не наешься этой фигни. Деньги, это неинтересно. Деньги ради денег. Ну, будет у тебя много денег, а дальше-то что? У меня брательник делал деньги, что, счастлив-то он не был. Там, ну, был у него там видик, там у него все было, квартира, там 40 машин, там ничего. Ну, дальше что? Ну, на счастье-то кот наплакал. Что хотелось не деньги сделать с этими бандитами, а играть музыку, там, петь песни, сочинять. Там. Он тоже любил там, на гитаре побренчать и все такое. Стихи писал, все похерил. Еще. Миссию не выполнил и умер в 32 года. Если начинаешь заниматься не тем, чем ты должен заниматься, тебя отсюда быстренько убирают. Надо делать то, для чего ты создан. Если тебе Бог дал талант, ты должен развивать себя. Богема хорошая опера, просто она попсовая, блядь. Чё у меня богема? Про бомжей, блядь. Про жизнь, блядь, нищего Парижа. Вот о чём это опера. Вот. А мне, как тебе сказать, что мне нравится? Я вообще не люблю приторную музыку. Для девчонок, блядь, пишется. Это по женщинам должна опера нравиться больше. Опера для баб, короче. У меня не втыкает, короче, слюни эти сиреневые. Все не о том. Очень я исполняю партию этого. Философа, там четыре друга, как бы. Музыкант, философ, этот еще художник и этот. И поэт. Я пою философа. И они типа живут в одном лофте там, где-то под крышей, прогнившим потолком, радуются жизни, воняют носками. И
Потом поэт зацепил какую-то тетку, и она умерла в последнем марте. Не помню, что у него там было. По-моему, туберкулез. И она у них там в лофте перекинулась. Ну, и занавес как бы опустился, и все пустили слезу скупую. И тенор там, кулисы рвет. Не, хорошая на самом деле опера. Такая, но не успеваешь уснуть. В этом ее плюс, конечно. Любую музыку петь трудно. Петь тихо так же трудно, как и петь громко, на самом деле, так выражаясь более обиходным языком. Даже еще более трудно. Если в громком пении ты где-нибудь там можешь спрятаться за характер, а в тихом пении нужен чистое звукоизвлечение. Пока я здесь жил, я просто восполнил очень большой пробел в своем образовании касательно композиторов, направлений, там, стилей и всякой другой ерунды. В общем, я стал на целую массу образований, пока я здесь. Я узнал музыку Габриэля, Щуца, вообще Тундера и этих Самуэля Шайта, органные вещи я теперь знаю. И знаю кучу франко-фламандских там стилей, там, испанских композиторов вообще. Все, что medieval music, вот это то, что я совершенно раньше как бы пропустил мимо ушей, сейчас я новым уже взглядом на эту музыку смотрю, и она замечательная на самом деле, по своему, по силе своего воздействия. Это законы музыки в чистом виде, вот они. Класс, это не то, что это учебник, это просто законы музыки, вот как они есть, вот это, без всяких примесей, каких-то романтических, этих человеческих страстей, переживаний, это самое правильное, одна из самых правильных музык, так скажем. Четкое равновесие и гармония, и логика, и вообще математика просто, вот это музыка природы, это цифры. Это... Блять. А, ну вот, ну да. Ага. Кирие. Могу себя оценивать. Я, конечно, не повороте и не домин, наверное, никогда им не стану. Ну, а, ну, наверное, я крепкий средний уровень каких-то певцов, на которых зиждется оперное искусство сегодня. Таких, как я. Вот, а в принципе у меня амплуа такое. Страдающие такие герои байроновского такого порыва. Мои роли зачастую не соответствуют моему «я», и я постоянно вынужден кривляться. Ну, мне царей, блядь, нравится играть. Не знаю, Амфортеса там, Бориса того же. Там, Грязной тоже. Но вообще, как бы, вот у меня пошла такая... В русских операх, как бы, я больше, ну, злодеев всяких пою. Таких отрицательных героев. А вообще мое амплуа основное в театре это такая такой суровый такой романтизм скорее. Это голландец, такие мечущиеся натуры, страдающие мужчины такие. Ты посмотри поверх лампы на меня вот так. Музыкантов и культурную как бы прослойку, я охуенно успешен.
Ну, я, видишь, у меня такая, так, мне повезло, я имею ангажемент, я не завишу ни от кого, я свободный художник. Сегодня здесь, завтра там, я работаю сам на себя. Агент в курсе моей занятости в Мариинском театре, из этого он свободный от Мариинского театра время подыскивает мне работу за границей. Вот такие отношения. Кольцо Нибелунгов я буду с Гергием, я должен всех трех отонов там петь скоро. Где-то в Японии, что в 2005 году мне надо учить страшные силы. В основном сейчас все, то, что мне предлагается, я стараюсь брать то, что я уже знаю, чтобы не учить нового. Не всегда получается, но уже в башке как бы места все меньше и меньше. Хочется уже работать с тем материалом, который уже сделан. А не учить постоянно новый материал. Я устал, на самом деле, учить. В Голландии будет царская невеста римского Корсакова. Пока не понимаю еще проблему этой постановки. Я не знаю, что это будет. Для меня это темный лес пока что. Я приеду в Вашингтон через некоторое время. В Вашингтоне будет Орлеанская дева Чайковского. Орлеанская дева Петра Ильича Чайковского. Но Орлеанская дева совсем как бы такая говененькая опера. Она неинтересная, в принципе. Грубо говоря, далеко не самое лучшее произведение Чайковского. Но почему-то вот на Западе вообще очень странная как бы ситуация. В связи с тем, что они что-то вот это, очень любят ставить всякое говно, вместо того, чтобы ставить хорошие вещи. Откапывают какие-то забытые вполне заслуженно произведения и начинают выискивать в них хорошие моменты. Ну, западные постановки они больше любят поизвращаться, там, одеть Евгения Онегина в джинсы, там, и всякую там, современную тему любят, там, чтобы Борис Годунов ходил в строгом костюме с галстуком, это... Они, короче, примеряют эти сюжеты на современную жизнь, как бы. Очень частенько пытаются, да, совместить как-то, прочесть по-другому это все. Вот. Ну, вот у нас сейчас Иван Сусанин в театре в таком духе поставлен. Поляки, типа, с мобильными телефонами. Я против подобной эстетики. Это все от того, что... Голосов раз-два я обчелся. Вот смотри, Метрополитен, да? Все постановки абсолютно традиционные, честные, как надо. Вот сказано, что Один с копьем, значит, он с копьем, а не с мобильным телефоном, правильно? Потому что голоса. Выходят, люди приходят не на постановку, а на Доминго, на Повороте, правильно? На имена. Здесь поют имена. А театры, которые не могут пригласить Доминго, начинают... извращаться и хуйню всякую ставить мне у себя на подмостках, которую смотреть противно. Мужиков с письками показывать там в каком-нибудь странном Дортмунде или еще где-нибудь. В Германии они очень любят там показать обнаженную натуру на сцене. Это типа, блин, охуенная оперная находка. Потому что голос петь некому, вот они охуевают. Вот так вот. А в принципе... Если есть голоса и есть хороший оркестр, то нафиг это надо. Видеоряд уже совершенно очень прекрасная здесь постановка «Кольца Нибелунгов», совершенно шикарная. Традиционная такая, как она была вот 100 лет назад, так она и осталась вот так вот.